Брат, у нас боевка сегодня, нас слили, между прочим. Пацаны злые говорят все из-за тебя. Слушай, да у меня дело образовалось, я это, задержался. Брат, какое нафиг дело? Мы когда договаривались на игру приехать? Или что, тебя там Настюха опять мозги делает? Короче так, либо ты с нами в команде, либо мы дальше без тебя. Да меня в полицию вызвали, я... повестка у меня пришла. Че, серьезно, не гонишь? Че ты там опять обедокурил? Да ничего. Слушай, давай я к следаку сгоняю, а потом к вам подрулю, окей? Я уже хавчик собрал. Ладно, забились. И возьми с собой фонарь, а то тут такие буераки. Что я нефиг делать, вечером свернусь. Блин, и какой идиот выбирал полигон для хишки? Все, давай, у меня кто-то пришел. Барук Казат. Казат, Казат, и только попробуй в этот раз продинамить. Все, давай. Там прибыли тест-системы на кардиомаркеры. Вы, пожалуйста, будьте любезны, сделайте отметочку в журнале. Все сделаю. Здравствуйте. Здравствуйте. И не забудьте, пожалуйста, отнести в приемный покой часть. Я не знаю, почему они не хотят этим заниматься сами. Подождите, мне можно с мамой увидеться? Я очень давно здесь сижу. С Индвинской? Да. А смысл? Она под седацией. Под чем? Мы ввели твою маму в медикаментозную кому. Спит человек, так понятнее? А я не буду ее возить, просто... Мне бы просто с ней рядом посидеть. Да даже если бы ты хотел ее разбудить, ты бы не смог. Сядь, посиди, я сейчас. Кто у тебя там? Мама. Самое страшное еще впереди. В смысле? Ну, люди после болезни, они же как дети малые. Ухода требуют, питания особого, лекарства, массажа, да много всего. И денег нужно, и время. Вот есть у тебя и то, и другое? Время есть. А деньги для мамы я тем более найду. Молодец, если так. Надевай. И сразу хочу предупредить. Ничего не бойся и нюни не распускай. Несмотря на то, что твоя мама спит, она реагирует на все, что происходит вокруг. Понял? Скажите, она поправится. Давай не будем заниматься прогнозами. Мы не на метеостанции. Пойдем. Жалко пацана. А других не жалко? Если Ярослав Юрьевич не дает прогнозы, дело плохо. Ну вот, можешь побыть здесь, но недолго. Вы сказали, что мама реагирует на все, что происходит вокруг. Да. То есть мне можно с ней поговорить? Даже нужно. Все, давай, 5 минут. Спасибо. Мам, слышишь? Все будет хорошо. Я тебе обещаю. Простите, пожалуйста. Извините, а вы в реанимации работаете? И что? Я хочу узнать о состоянии одной пациентки. Справочную обращайтесь, я вам не справочная. Я понимаю, но они дают информацию только ближайшим родственникам. А мы с Марго не родня, но очень близкие подруги. Я переживаю. А как фамилия вашей подруги? Маргарита Двинская. Ясно. Молитесь за свою подругу, если умеете. Плохи у нее дела. Совсем. Сереж, ну что ты молчишь? Ну скажи чего-нибудь. Счастливого пути. Ну не обижайся, пожалуйста. Но ты же понимаешь, ситуация нештатная. Надо Егору помочь.
Я хочу с его бабушкой поговорить. По телефону разве нельзя было это сделать? Ну а как ты себе это представляешь? Она внука вообще в глаза не видела. И тут звонит абсолютно посторонний человек, начинает что-то объяснять. Ну, конечно, при личной встрече лучше. Я тебе обещаю, я туда и обратно. Давай обойдемся без обещаний. Не очень у тебя получается их держать. Ну, тогда пока. Дина! Ой, да. Спасибо. Все хорошо. Пока. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, Карделина. Он же Иракли. Да, род растений семейства Спаржевой. Название рода от греческого значит, желвак, узел, шишка. Шишка? Шишка, брата. Шишка! Как тебя поливать-то, шишка? Шишка. Так, поливаю тебе раз в 4 дня! Я вчера поливал. Так ты расписание заведи. Ну так и сделай расписание. Командир. Так. Шишка, шишка. Сколько времени? 11:10. А я говорил, не надо вызывать этого ряхинского подельника по повестке. Хрен он сам придет. Ну, во-первых, он у нас пока проходит как свидетель, не как подельник. Ой, вот не верю, что Ряхин взял себе на работу, на рынок, в помещение 2 на 2 метра человека, которому не будет доверять. Вот не верю я в это. Ладно. Позвоню участковому, пусть он заедет к этому Гудовскому. Напомню об ответственности за уклонение от дачи показаний. Давай. Надо. Мне нужно поговорить с Ниной Двинской. Это вы? Че, счетчики опять свои впаривать будете? Давай, давай, шагай отсюда, пока полицию не вызвала. Это по поводу вашей дочери Маргариты. Че, не надо? Разговор деликатный. Может, позволите мне войти? Пожалуйста. Ну и че, не надо? Сразу говорю. Если Ритка решила на квадратные метры претендовать, то ничего не получит. Нина, ваша дочь находится в реанимации. Ее машина сбила. Вы меня слышите? А я при чем? Передачку с апельсинчиками она не получит. Так и передайте. Да не нужны ей никакие апельсины. Ей нужна ваша помощь с внуком Егором. С кем ей нужна моя помощь? С вашим внуком Егором. Он очень толковый парень, но он в сложной ситуации. Ему всего 14 лет, а его дедушка тоже попал в больницу. Какой дедушка? Какой внук? Нет у меня никакого внука. Что вы мне тут мозги парите? Вот, пожалуйста. Егор Двинский. Он танцует с моей дочерью. Да вы что? Ну-ка, пошла отсюда. Нет у меня никакого внука. Ритка 15 лет назад сделала аборт. Справку принесла с печатью. А если она тебе напела про внука... Ничего не знаю. Или ты сама эту историю придумала? Иди давай. Иди, я полицию сейчас вызову. Иди, иди. И Ритке передай. Ни метра не получит. Иди, говорю. Нин, ты чего будешь-то?
Да счетчики впаривают, аферисты. Я сейчас полицию вызову. Правильно, вызывай. Угу. Хорошо. Ты хоть понимаешь, идиотка, кому ты дорогу перешла? Спасибо тебе, доченька. Отплатила мне добром. Растила, растила, сил не жалею. А теперь что, давай, мать, в тюрягу садись. Оно и понятно. Метры-то квадратные достанутся твоему приблудному. Мам, что ты говоришь? Какие метры? Доченька, давай-ка живо в консультацию договаривайся там, чтобы вычистили тебе все. И справочку мне вынь да положь. Не хочу я из-за твоих гулянок на нарах оказаться. Мам, пожалуйста, не надо. Я боюсь. Ой, какие мы нежные. А с парнем куркаться она не боялась. Ничего, впредь тебе урок будет. Подумаешь, прежде чем ложиться-то. Давай, давай, живо. Ой, Ромка, застегни. Давай. Так. Угу. Какая ты у меня красивая, а? Ты чего? Чего? Ну, я же должна соответствовать. Чему? Ничему, а кому? Лучшему уполномоченному по делам несовершеннолетних в нашей области. Так ты уже знаешь, откуда? А ты когда хотел мне рассказать? Или думал, что я узнаю, как все, из речи губернатора? Женщина, вот вам доверить секрет максимум на 5 минут. А разве должны быть секреты? Мне нужно убегать уже, дорогая. У меня дел, знаешь, сколько скопилось вообще? Миллион. Идите. Оп! Сейчас, секундочку. Я пойду. Ой, Рома, подожди! Да. Ответная речь у Романа Васильевича должна быть в правом кармане пиджака. Ты пораньше подойди перед началом мероприятия. Я по секретаря предупрежу, он тебе расскажет весь регламент. Хорошо. А я пока съезжу на сервис. Давай. Пока. Пока. Ой, господи! Прости, что я тебя напугала. Ты откуда здесь? Меня Ромка впустил. А. Я тебя отвлекаю, наверное, ты куда-то собираешься? Да, у Ромки. Сегодня мероприятие очередное. Ага. Они спортивную школу сдают. Губернатора ждут. А для нашего городка это событие, сама понимаешь. Ну да. Но для тебя у меня всегда время найдет. Лимонадику будешь? Давай, да, с удовольствием. Что у тебя случилось? Да не у меня. У мальчика Егора, ну, который с моей Ольгой танцует. Что с ним? Ой, у него мама в реанимацию попала, ее машина сбила, представляешь? Ничего себе. И что, ты из-за этого приехала в Вейск? Я хотела найти его бабушку, потому что там, ну, действительно сложная ситуация. У него и дед в больнице, и, в общем, мальчишка один совсем остался. А что с матерью этого мальчика, все так серьезно? Ну, серьезно, в реанимации, но врач ничего мне не сказал, потому что рядом со мной Егор был, видимо. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Понятно. А бабушку нашла? Нашла. Слушайте, она меня не стала и заявила, что внуков у нее нет и не было, никогда и быть не может. Ну, может, так и есть. Ей же виднее, есть у нее внуки или нет. Ну, ты ошиблась. Других двинских вообще-то у нас в городе нет. И потом такая странная ситуация. Я ей показала газету, которую мне сестра Яна дала. Она очень разозлилась почему-то, порвала ее. Но это же странно, нет? Дин, мне кажется, что ты опять лезешь в какой-то дремучий лес. Заблудишься. Ты честно попыталась помочь этому мальчику. Ну, не вышло, так бывает. Да сама так постоянно. Я же хотела Яну найти.
Помнишь, ты мне давал этот буклет из галереи? И что? Да ничего. Картины действительно Янкины, но продавала их не она, а ее подруга. Просто решила на этом нажиться. Такое свинство. Дин, вот зачем ты ищешь Яну? Какой-то странный вопрос. А ты не хочешь узнать, что случилось? Я очень хочу. Ну? Но вот хочет ли Яна? Если она жива и невредима. Ты не думала о том, что если она сбежала из дома, это значит, что она не хотела, чтобы ее искали. И ты в этой ситуации ей все можешь испортить. Как-то странно это звучит, честно говоря. Потому что мы понятия не имеем, что случилось. Да вот именно, мы не имеем понятия. Ни ты, ни я. Поэтому действовать нужно осторожно. Нет, ты как пропеллер. Поднимаешь вокруг себя шум, ветер. Прости, конечно. Мне кажется, что ты это делаешь нарочно. Что? Тебе любой повод хорош, лишь бы встрять в чужие дела. Занимаешь себя чем угодно, лишь бы избежать собственных проблем. Очень интересно, и что же у меня за проблема? Ты не любишь Сергея. Я это вижу. Что? Разумеется, переезжай. Это же твоя квартира. Разумеется, я должен тебя спрашивать. У тебя же личная жизнь какая-то есть. Я могу тебе помешать. У меня сейчас нет никакой личной жизни, кроме работы и Васи. Ее и раньше не было. Кто бы что ни думал. Даже на крышу бы залезть. Тогда договорились? Договорились. Дин сейчас в отъезде, а когда вернется, я... Кстати, а как же Дина тебя отпускает? У вас ведь дело к свадьбе шло, а тут вдруг... В общем, я думаю, что сегодня вечером попозже. Тебе удобно? Конечно. Как раз закончу уборку. Спасибо. Пожалуйста. Вась! Вася! Дядя Сергей, мы даже не поиграли в лошадку. Мне пора уже. Дядя Сергей, ты что, уже уходишь? Да. Ну вот, не поиграли. Вась, не переживай, еще наиграетесь. Дядя Сережа к нам жить переезжает. Навсегда, ура! О, ух ты! И все. Ну, давай. Опа. Давайте, ребята, пока. Нету его. Здесь же Гудовский живет. Где он? Так это уехал, наверное. Когда уехал? Куда? Откуда же я знаю? Видел я его тут недавно с рюкзаком таким здоровенным. Значит, того уехал он. Или приехал? Когда видели? Так это вчера. Или сегодня. Спасибо. Вы очень помогли. Знаешь, я ведь тебе всегда завидовала. Мне? Серьезно? С какой стати? Мне наоборот казалось, что все девчонки тебе завидуют, разве нет? Ты понятия не имеешь, как мне тяжело достался Рома. Как мне было больно. Да знаю, я помню. Нет, ты не знаешь. Ну, это не важно. Я к тому, что вот у тебя с мужиками все легко.
Сначала с Корзининым любовь до гроба, потом был Ольгин отец, теперь вот Сергей. Все тебя обожают, все на руках носят. А для тебя это все как бы само собой. Я, честно говоря, не очень понимаю. Ой, все. Мысль уже не в то русло ушла. Дин, я к тому, что будь осторожна. Не лезь туда, куда не просит. Слушай, я, наверное, поеду. Мне пора. Может, тебя подвезти куда-нибудь? Не, не надо. Спасибо, я сама. Пока. Пока. Алло, Иван? Да, это я. Ты мне нужен. Да, прямо сейчас. Жду тебя в кафе у моста. Привет. Как мама? Видел ее? Что такое? Ей хуже? Нет, не хуже. Ну, а что тогда? Больному после выписки нужен специальный уход. Лекарства, продукты, все такое. А ты не знал? Да нет, знал, конечно. Ну да, когда мама за дедом там ухаживала, я постоянно то в больницу, то в магазин, то в аптеку. Но я как-то не думал об этом. И теперь вот я не знаю, как маме денег достать. Курьеры меня не возьмут, я узнавал. Ну, на разноске пиццы много явно не заработаешь. Да позвони ты этой женщине, спонсору. Ты же мне обещал. Оль, я не думаю, что из этого что-то может выйти. Ну почему, Егор? М? Понимаешь, мы с тобой выступаем и побеждаем на детских турнирах в местных клубах. Какая спонсорам будет выгода от того, что мы что-то рекламируем? Вот кто эту рекламу увидит? Ну мы станем чемпионами. Так, вот когда станем чемпионами, тогда и будем. А пока мы никто. А деньги нужны вообще-то сейчас. Оль, ну я ведь прав. Ну, может, ты просто боишься? Я боюсь. Чего? Ну, того, что она тебе скажет то, что ты мне сейчас сказал, что мы никто. Ну, странно, что я себя такой не ощущаю. Делай, как хочешь. Герда, гулять. Алло. Это Егор Двинский. Егор, здравствуй. Все ходят, смотрят. А толку никакого. Что люди надо? Тепло, светло, тихо. Нет, все хотят во дворцах жить. В большом городе. Вон у меня соседи хорошие были. Старые померли. Молодые съехали. Все. Скоро одна останусь куковать тут. Да, все разъехались. Скучно, наверное. Скучно. С чего бы это? Даже поговорить не с кем. Как это не с кем? Каждый вечер со своим Григорием беседы веду. Я не знала, что у вас приятель появился. Вот, завелся. Не успела рассказать. Сейчас покажу. Вот, знакомься, мой Григорий для своих можно просто Гриша. Это что?
Это не что, а кто? Гриб чайный. А, ясно. А что тебе ясно? Что старуха совсем с катушек слетела? Да нет, ну почему же? Очень даже славный Григорий. Ну вот, угощайся. А ты что такая кислая? Да не, просто думаю. Я сегодня с одной женщиной пообщалась. Она такая озлобленная. Вот представляете, у нее есть родной внук, а она о нем даже слышать ничего не хочет. Господи, это что же за злыдня такая? Двинская Нина Петровна. Двинская? Нинка? А-а-а, так она давно уже на головушку скорбная. А вы ее знаете? А как же? На нашем хладокомбинате работала, бригадиршей была, в передовики все метила. Вот так вот в ежовых рукавицах свою бригаду-то держала. Ни на секунду не опоздая, тут бах, и проворовалась. Да вы что, а дальше что? А ничего дальше. Дорониха-то этого не прощала, а тут что-то пожалела Нинку, даже бригадой оставила командовать. Так что отделалась Нинка одним только выговором. Так-то. А почему вы сказали, что она на голову скорбная? Ну а какая же что-то? Ей бы после этого-то в тряпочку молчать. Угу. Так нет, она так обозлилась. Ужас, как озверела. Ленку Матросову из соседнего дома вообще под увольнение подвела. Это ж надо. Бабу на сносях умудрилась выжить. И за что, собственно? А за что? Да за опоздание ее. Хотя бабы говорят, что Матросиха что-то про Нинкину дочь сболтнула не к месту. Ну, дочери Маргарите. Да я откуда знаю? Я вообще от Нинки держалась подальше. Она какая-то мутная, она неприятная. Еще будешь? Ой, нет, спасибо. Ну, ладно. Мы тогда с Григорием пойдем к себе. Скоро наш сериал начнется. А, простите, а вы не подскажете, где я могу Матросовых найти? А что искать-то, это я. Что надо? Ну, короче, мы стоечку тебе поменяли вот эту. Ага. Привода поменяли. И гранаты посмотрели. Ну, там, в принципе, нормально, пока еще поездишь. Класс. Спасибо. Да ладно тебе. Должен что? Да, сочтемся, еще успеем. Да, нам нормально, нормально. Уже вся просто, вся промела. Да, ты не гоняешь, конечно. Ну как так можно водить? Ну, госпожа Щеглова, силаж он 5/5. Ну как в него можно въехать? Мои ключи где от машины? В офисе. Там еще и документы надо подписать. Не, ну ты видел? И сейчас просто пацанам на неделю работы подкинула. Вот они постоянно приезжают, такие все дамочки такие на каблуках. Стоишь перед ними, выслуживаешься, слушаешь их, терпишь их. А посчитайте, сколько с меня за ремонт? Хорошо. Посчитайте, пожалуйста. Посчитайте. Хорошо, конечно. Слушайте, а вас каким боком касается, за что меня турнули с работы 100 лет назад? Вы работали с Двинской. Можете мне рассказать, что она за человек? А что рассказывать? Гниль, а не человек. Еще вопросы? У нее есть дочь и внук. Они совсем не общаются. Вы не знаете, почему? Так, ты давай этот вечер вопросов-ответов заканчивай. Мне с тобой лясы точить некогда. Подождите. Ага, буду я с тобой откровенничать, конечно. Нет, я уже ученая. Поплатилась за то, что с дуру ляпнула. Теперь молчу в тряпочку. Так а кому сказали, что? Ничего. Я вас очень прошу. Ну, пожалуйста. Дайте мне справку. А ты что, сдурела, что ли? Подсудное дело. По всем правилам я к главврачу должна сообщить, что ты мне здесь предлагаешь. Я вас прошу, пожалуйста, помогите мне. Mm-hmm.
Чего сияешь? Отпустила Тамара к жениху? Нет, я еще не спрашивала. А что тогда? Ты представляешь, в кабинете у Тамарки сидит дочь моей бригадирши. Похоже, на аборт заявилась. И чего смешного? Так моя бригадирша Нина Петровна мне всю дорогу намеки делала. Мол, без мужа рожать вздумала. Вроде как гулящая получаюсь. А в самой дочь, здрасте, пожалуйста. По абортам бегает. В кабинете сидит, плачет, умоляет помочь. Умоляет? Видать, срок большой. Пропустила. Ой, ну все. Прилетит от меня Петровне обраточка. Дура-то, господи, бывают же такие. Добрый день. Что-нибудь закажете? У нас просто так сидеть нельзя. Только присел, уже штаны проел. А что там у вас? Чай, кофе. Кофе? С молоком, с сахаром. Ничего не надо. Хорошо. О, ничего себе. Неужели для встречи со мной приоделся? Или пить бросил? Тебе-то какое дело? Да мне, в общем-то, никакого. Кроме того, что тебе за руль. Прямо сейчас. Поедем банк грабить? Или кого-нибудь укокошим? Ну, хватит, Петросянить. Оставите фантазии для себя. Пока все, что от тебя требуется, это съездить в город и привезти мальчика. Зовут Егор, фамилия Двинский. Там адрес. Воровать детей не мой профиль. Никого воровать не надо. Этот мальчик – сын моего мужа. И он поедет с тобой с превеликим удовольствием. Интересно. У Романа есть сын. Значит так, ты привезешь Егора в Вейск, в дом его деда, вот ключи. Останешься там с ним, присмотришь за мальчиком. Пока я не приеду, понятно? Почему в дом его деда, а не к вам? Это не твое дело. Все, что тебе нужно знать, это то, что я хочу помочь мальчику. Ну да, ну да. Помощница. Ты же у нас всем помогаешь. Ты знаешь, цена вопроса 1 000 000. Вань, ну вот скажи мне. За что тебе такие деньги? Ну вот за что? За то, что ты косячишь везде. Ну посмотри на себя, ты даже ради своего сына не можешь... Сын Щеглова не может стоить дешево. 1 000 000. Сделаешь дело, тогда поговорим. Загадка, конечно. Как с тобой Янка прожила столько лет? Машина за углом. Да я вам принесла кое-что. Что это? Это картина Яны. Самая любимая ее работа. «Золотой период» называется. Ну и зачем она мне? Янку все равно не вернуть. Накануне, как Янка пропала, она ко мне приходила. Рассказывала, что нашелся богатый покупатель на ее картину. Заплатит, мол, столько, сколько Кирюше на операцию надо. Сияла вся. Я давно ее такой не видела. Я говорю, конечно, давай посидим, чай попьем. А она говорит, в другой раз, мама, у меня важная встреча. Если бы я знала, что я вижу ее последний раз, удержала бы. Странно, насколько я знаю, все картины Яны так и остались в мастерской ее подруги. Значит, она не с покупателем встречалась, а с кем тогда? Вы не пытались выяснить? Следователь, больно ты... К моим словам прислушивался. Его больше интересовало, какие у Янки с Иваном отношения. Особенно
после того, как его телефон нашли на том месте, где Янку в последний раз видели. Иван до сих пор не простить не может, что в полиции про него рассказал. А что вы сказали? Ничего, кроме правды. 3 года просыпаюсь каждое утро. Первая мысль – вдруг сегодня весточка какая. Вторая – за что мне это все? Знаете, про вас столько всего говорят. Про меня много что говорят. Что-то да правда. А ты про что? Вы действительно делали аборты? Я врач. Это моя работа. Ну, неприятная ее, конечно, часть. Но какая есть? Если так, да, делала. И по медицинским показаниям, и по социальным. Раньше пункт такой был в законе. А по социальным это как? Ну, приходит к тебе девчонка, плачет, рыдает. Ни жилья, ни работы, ни семьи. Жених поматросил и бросил. Родители на порог не пускают. Ей или повеситься, или аборт. Ситуация меняется. Ребенка уже не вернешь. Просто не все это понимают. Да понимают они все. Бывала малолетка, родители давят, а она все равно умоляет ребенка только оставить. Кирюша! Давай, собирай игрушки! Пошли! Кушать пора. Идем. Скорее. Двинская, твоя очередь. Чего стоим столбом? Люба, сходи в автоклавную, наборы закончились, я пока пациентку заполню. Хорошо. Садись, тебе особое приглашение нужно. Я решила. Я не буду. Я это уже поняла. Вот, держи. Это что? Справка об искусственном прерывании беременности. Иди, Двинская, рожай. Спасибо. Двинская. Знаешь, куда ехать? Нет, но меня должны отвезти. Тебе прямо сейчас надо поехать. Давай хотя бы маму или папу подождем.
Оль, я не могу ждать. Ну что такое? Ты же сама хотела, чтобы я связался со спонсором. Да, хотела, но я не думала, что ты один. Я думала, мы вместе. Мы вместе. Мы вместе, просто... Просто пойми, чтобы маму перевели в частную клинику, мне нужно побыстрее заключить контракт. А потом будем отрабатывать. Я уже все обсудил с Еленой Александровной. Ее зовут Елена Александровна? Так хватит тебе волноваться. Я скоро вернусь. Так, меня уже ждет водитель. Пока. Пока. Здрасте. Тушенка говяжья, спецназ. Куда драпать собрался? Угу. Только вот в латах бегать неудобно. Ну да. Ну, по крайней мере, это логично. Леха? О, стой, погодь. Нарекаю тебя рыцарем. Благодарю вас, сударь. Сфоткай мне. Ребят, помогите его снять. Реально как настоящий. Ребят, как-то аккуратнее, давайте. Привет. Ты тело нашел? Да, я. Лукьянов Олег Сергеевич, студент, прописан Озерная, 18. Погоди. А как ты в квартиру попал? Ну, у Тохи ключ запасной был, он в щитке его держал. Он у нас рассеянный, вот поэтому там он у него и лежал. Но я в дверь звонил, никто не открывает. Ну, вот я и зашел. А что ж тебе здесь так понадобилось-то в этой квартире? Статья 139. Незаконное проникновение в жилище. Да какая статья? Мы же с Тохой друзья были. И он на хижку должен был приехать. Куда? На хижку. Это что такое? Хижка – тип войнушки, когда здоровые мужики одеваются черт знает что, а потом дубасят друг друга. Ну, дар или веки мои, что с того? Кому от этого плохо? Короче, Тоха не приехал. Я подумал, очередной раз нас всех продинамил. Ну, я и поехал ему люлей вставить. Покошмарить его немного. Думает, приеду домой, а тут он. Я как выскочу. Угу. Ну и что? Напугал? Да он сам меня напугал. Я захожу, а тут ноги в воздухе болтаются. Соседи на вопли сбежались. Полицию вызвали. Угу. Евгений Викторович, на минутку вас. Хочу показать им кое-что. Вот. Вампир укусил? Похожие следы от электрошокера. А после электрошокера обычно не вешаются. Точнее, скажу позже, но я почти уверен, что убийство. Проходи. Что это за место? Проходи, проходи. Здесь Елена Александровна живет? Здесь она не живет. В смысле, а? А где она? Слышь, малец, бегом в дом. Иди, я сказал. Спускайся вниз. Давай быстрее, а? Рюкзак сюда. Телефон здесь? Здесь. Быстрее иди! Выпустите меня! Выпустите меня!
Привет. Я дома. А чё-то меня никто не встречает. Ух ты. А вы решили без меня не ужинать, что ли? Спасибо. А куда вы все делись-то, ау? Народ! Серёж, Егор, где вы? Мам. Привет. Ты чего? Что такое? Ты почему плачешь, а? Я не знаю. Егор поехал навстречу и пропал. У него телефон выключен. Я думаю, это я виновата. Ведь это... Я уговорила его позвонить этой женщине-спонсору. А мне так страшно. Ты чего паникуешь-то раньше времени? Еще ничего страшного не случилось. Мы сейчас с папой все обсудим. Мам, решим, что делать. Что? Он ушел. С вещами. Куда ушел? Когда? Как только ты позвонила и сказала, что скоро приедешь. Куда не сказал, но... Ну, я думаю, к той женщине с мальчиком. Какой еще женщине? Он к ней всегда ездит, когда тебя дома нет. Оль, что ты несешь? Каким мальчиком? Сейчас.